пор скульптор Меркуров в течение 16 лет работает над образом гениального Ленина. Сейчас Сергей Демич вкладывает весь свой накопленный опыт, все свое мастерство в создании величайшей в мире скульптуры, 100-метровой фигуры Владимира Ильича для Дворца Советов. Под руководством товарища Меркурова работает квалифицированная бригада скульпторов, конструкторов, пунктировщиков и чеканщиков по металлу. Такая художественная чеканка по красной меди производится впервые в истории скульптуры. Образ великого Сталина, ближайшего друга и соратника Владимира Ильича Ленина, не может не волновать талантливого скульптора. Об этой своей работе Сергей Демич Меркуров говорит, что ему хотелось бы, чтобы образ товарища Сталина провозгласил всему миру те мысли, ту любовь, ту готовность к подвигам, на которые вдохновляет этот человек не только художника, не только 183 миллиона людей нашей Родины, но и всех трудящихся всего мира. Гранитные статуи товарищей Ленина и Сталина на канале «Волга-Москва», созданные Сергеем Демичем Меркуровым, по своей монументальности, простоте и четкости характернейшие произведения нашей эпохи. Монумент товарища Сталина на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, созданный талантливым скульптором, приковывал внимание всех посетителей выставки, приезжавших в Москву с разных концов нашей необъятной Родины.